тарелка, секретный объект СССР, made in СССР, сделана в нашей славной державе. Вот, знаете, это для переговоров с инопланетными существами, которые заселяют нашу безграничную вселенную. А именно Нибиру. Есть такие, там живут черти. Может и не черти, может какие-то люди живут. Но сам факт, что мы с ними переговариваемся, очень редко. Они очень мощные и очень большие. Как видите, расстояние вообще от Земли довольно-таки большое. А именно это место — дикий пляж возле деревни Витина. Сейчас мы будем идти вот туда, вот далеко. Вот. Но сам факт, вот здесь самый лучший пляж, честно скажу, самый лучший пляж. Посмотрите, какое, какое чистое море, какое оно свежее, какое оно прозрачное. Пляжик, видите, какой большой, какие растения, кустарнички, лох крымский растет. Замечательно. Приезжайте сюда, не, именно вот сюда. Везите детей своих в это место. Не в Кузал. Кузал не надо, там адское место, там все грязно. Здесь замечательно. Спасибо вам за внимание и удачного отдыха.